Социальные сети заполнены зимними пейзажами Анапы. Настоящая снежная сказка. Только коммунальным службам не до красоты. Уже ранним утром они были приведены в полную готовность и приступили к работе. Буквально за несколько часов в муниципальном образовании выпало порядка 70 миллиметров снежного покрова. Дороги чистились, тротуары чистились, посыпались бескосоляной смесью. Город полностью чистился. Звонили, значит, федеральные и краевые службы. Это ДРСУ «Вираж» и ДПС-16 тоже с 5 утра. Они все как бы на работе, все работают. Коммунальщики разделились на несколько групп. Одни загружали в мусорные машины обломки деревьев, которые не выдержали веса налипшего снега. Другие очищали тротуары от наледи. С 6 часов начали. Расчистили заходы, остановки почистили. Почистили, значит, дорожечки. Ну, сколько смогли в один проход. И сейчас вот ветки убираем, попилили их. Сейчас будем в мешки на машины и вывозить. Работа по ликвидации последствий снегопада идет при полном взаимодействии всех служб. Энергетики спиливают деревья, которые могут нести угрозу линиям электропередач. Дорожные службы также во всеоружии. Сейчас задействованы 4 единицы спецтехники, которые посыпают дороги пескосоляной смесью и очищают асфальт от оставшегося снега. В 10 сельских округах на улицы вышли сотрудники подрядных организаций. Они полностью обеспечены необходимой техникой. По прогнозу, погода улучшится, но в связи с таянием снега ожидается повышение уровня воды на анапских водоемах до опасных отметок. За паводковой ситуацией следит оперативный штаб, который ежечасно мониторит ситуацию. Руслан Душевский, Михаил Григорьев, Анапа, регион.